Намаскар! Сегодня я покажу вам, как выполняется следующая асана. Она называется йога-мудра. Выполняется она очень легко и просто. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Садимся мы в позу со скрещенными ногами. И здесь нужно выдвинуть голени таким образом, чтобы ступни были под коленками. То есть голени примерно параллельны друг другу. Заводим руки за спину и правой рукой обхватываем левое запястье. То есть захват вот таким образом. Спину нужно выпрямить и удерживать ее ровной. И постарайтесь плечи не напрягать, то есть плечевой пояс расслаблен. Сделали спокойный вдох и спокойный выдох. Смотрим вперед. Затем делаем мягкий глубокий вдох. И на выдохе наклоняемся вниз, до тех пор, пока лоб и нос не коснутся пола. В этом положении задерживаем дыхание на 8 секунд. Затем со вдохом поднимаемся вверх. И выдох в верхнем положении. Это все выполнение асаны. И выполняется эта асана 8 раз. На что обращать внимание, когда вы будете ее делать дома? Вполне возможно, что вы уже попробовали ее сделать, и у вас, возможно, не получилось коснуться, положить лицо на пол. Ничего страшного, не расстраивайтесь по этому поводу. Постепенно, когда вы будете практиковать ее регулярно, у вас разработается тело, разработаются суставы, тело станет гибче, и вы сможете доставать лбом, то есть выполнять асану так в полной форме. Для чего выполняется асана, то есть какие в ней эффекты? Асана очень хорошо расслабляет тело. Если у вас напряжена спина, вы чувствуете напряжение, эта асана очень хорошо вам поможет. Она облегчает боли в спине, она растягивает позвоночник, дает расслабление нервам. И еще у нее очень такой хороший эффект, когда мы ее выполняем, разум становится очень тихий и очень спокойный. Асана массирует внутренние органы. Рекомендуется настоятельно делать девушкам, женщинам регулярно, каждый день, потому что она очень хорошо поддерживает женское здоровье. Еще она раскрепощает суставы ног, дает облегчение ногам. Ну и в целом, вот такие у нее позитивные эффекты. Практикуйте регулярно, делайте ее утром и вечером 8 раз и получайте пользу от выполнения йоги. Намаскар.